Подножки вверх. Прокатили. Вернулись назад через это же. Теперь отсюда. Практически сразу. Вот они руки, они стоят. Кладем второе. Выкатились. Опять. Руки не отрываются. Ладошки. Делаем. Здесь. Первое приходит стопа колено, снова не касается. Ребит. Скользим. Вкладываемся. Сделаем май. Развернулись. Одна нога тянется вверх, колено в пол не касается. Мягенько тебе вложу. Только здесь. Что же выгнуться, он был в обратную сторону. Тяжеловато. Ой, блин, отсюда. Вам просто ноги надо выше выкинуть вместе с тазом. Тогда и катиться будет легче. Вы делаете приблизительно вот так. Выкинь. И вот здесь вот начинаете уже. А вам стоит повыше выкинуться, тогда и катиться будет проще значительно. Ну отсюда. Ноги вверх. Еще чуть-чуть, пожалуйста. Теперь расслабься, выдыхаем, голову убираем в сторону, теперь выделим, как вот уже. Мяч. Руки не разводим, не отжимаемся, ослабляем, выдыхаем. Счастье, руки делают приблизительно вот такой хлопок. Старайтесь, чтобы не одни ладошки пришли, а практически полностью до локтя. Мягенько, мягенько, мягенько. Не напрягаем. Угу, начните бояться, когда будете падать. Начните сгибаться. Неизбежно у вас сначала придут руки жестко. Потом вся эта вибрация, весь этот удар пойдет туда, куда не нужно вам. Поэтому здесь расслабься. Старайтесь падать честно. Оно мягко получается. Просто напрягаться не надо, выдыхай. Кстати, что здесь еще мягче, чем здесь. Вы на перинку падаете. Тогда не легче будет. А, женская часть коллектива продолжает с колен, они встали. Не получается. Катаемся. Старайся сейчас, чтобы ваш таз ушел дальше, чем ваши колени. Вот он. Раскройте плечи. Вот оно ваше положение. Руки никуда не убирайте. Вот они как у вас стали, так и стали. Не напрягайте их. Напряжете, потом будет похуже немножко. Здесь. Вот он. Сделал. Центр тяжести. Теперь. Делай. Что лучше не делать? Не делать вот так. Таз здесь, здесь. Вы упадете, а выкатиться не сможете. Прогиб. За пределами колен таз. За пределами. Плечи хотя бы до середины. До икр. Дальше. Чем дальше, тем лучше. Плечи отвести. Вот так вот не делаем. Так вы в них упретесь. Здесь. Руки тоже далеко.
далеко не расставляйте. Они вот у вас лежать должны. Голову убрали. Теперь всем телом. Начинаем. Таз, таз, таз. Тогда можно встать. Делаем. Немножко плечи, спину потренируем. Чем у вас получится это сделать? Помедленнее, тем лучше. Делаем. Здесь опять сделать чуть-чуть получше и полегче. Старайтесь вытягивать ноги вверх. Опять как вот это вот упражнение делаем. Тянуться. Здесь тоже нужно тянуться. Потянуться туда. У вас вот это вот натяжение, представьте, что вас за ноги, за пятки связали и вот на крюк повесили. И вот этот вот крюк, он достаточно высоко висит. А вы катитесь, потом чуть-чуть опускаетесь. То есть у вас практически все время будет положение близкое к вот такому. Еще чуть-чуть, пожалуйста. Сейчас пока просто для начала подходим, опускаемся. Стараемся сейчас вот так вот не прыгать. Вот он, очень высоко. Он ниже, я выше. Так не прыгнем. Сейчас пока так не надо. Сейчас будем делать низко. За счет того, чтобы стойку понизить. Теперь здесь, за партнером, вот они ваши руки, они его обтекают. Обтекают. Немножко непривычно вам будет. Поэтому здесь не спешите. Слишком быстро, близко не подходите, вы будете в бок ему колено. Чуть-чуть дистанцию держите. Здесь. Теперь тянется, тянется. Рука вперед. Рука вперед немного в сторону. Тягивайся. Запах. Делай на пару раз. Теперь практически похожее упражнение. Здесь развернули ладошку. Не надо сейчас хвататься. Просто положи. Здесь. Теперь тянемся. Плечом, головой за партнера. Сюда. Стараемся, чтобы ваше плечо не пришлось на спину. Плечо, голова тянется вот сюда. Теперь рука. Ладошку разворачиваем. Тянем, тянем, тянем. Стараемся, чтобы она дальше за пределами уха ушла. Сюда. Здесь нога отрывается. Отрывается, тянется вверх. Расслабьтесь, выдыхайте. Ваша задача перекатиться, а не шлепнуться. Здесь. Здесь. Сюда. Старайтесь, чтобы сначала рука пришла. Сейчас неправильно будет. У меня пришли ноги, рука вообще не пришла. Поэтому здесь это движение. Здесь можно сначала положить руку туда, опять вытягиваемся за партнера. Голова сюда. Рука. А ноги должны мягко. Желательно, чтобы их вообще не слышно было. Ага, разбились на пары, делаем. Стараемся, чтобы по размеру. Значит, тяжело просто делать. Смотрите, чем у вас немножко затруднение. Проблема с трудными. Когда у вас партнер большой, вот как у меня вот был предыдущий, тяжеловато было делать. Но когда партнер вашего размера или меньше, делать легче. И старайтесь вот здесь вот. Вот ваше положение практически.
Очень низко. Низко. Я из-за вот этого положения кручу. Я не стараюсь вот здесь вот перепрыгнуть ее. Слишком высоко. Поэтому здесь ниже, ниже, ниже. Чем вам ниже удастся и дальше, тем мягче вы сможете сделать. Вот здесь вот смотрите сейчас, при правильной постановке постарайтесь, чтобы вот здесь вот не так, не так, не так. Как-то вот здесь повернуть, сейчас человек будет у вас практически через бедро катиться. Если он вам упадет, и вот здесь вот у вас будет вот такая нога, вы себе можете случайно сломать. Аккуратненько здесь с стопами, с ногами. Теперь следующий. Подходим. Вот смотрите, вот сейчас высоковато. Ниже. 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 Вот ваше положение. Теперь ваша голова стремится сюда. Колено. Вторая рука здесь. Эта рука вот здесь. Сейчас не надо жестко браться. Здесь. И за. Подошли. Подошли. Вытянулись. Ага. Где мы? Смотрите, теперь следующее. Здесь человек стоит. Теперь вы. Куда дальше? Вот он. Ваше движение. Старайтесь, чтобы голова была напротив запястья. То есть, если он изменяет, вот он. Вы изменяете вместе. Теперь следующее. Опять ваша рука. Здесь отрываем. Руку вытягиваемся, отрываем ногу. Наверное, надо один отсюда. Да. Теперь смотрите здесь. Постарайтесь не... вот сейчас рука. Вот она. Сейчас она на излом идет, не тяжело. Поэтому здесь прижмите. Прижмите здесь. Вот он опять. То же самое, как и, конечно, опускает, вы делаете. Понижается. Здесь, вот он. Нет, да. Ага, делай. Те же самые. Нельзя делать вот так. Вам хочется, чтобы здесь вот было вам полегче. Поэтому вы разворачиваетесь таким корпусом. Корпус у вас разворачивается, вот. А нога нет. Вы здесь. Когда вы смотрите, делаете маю кинь, простой маю кинь. Вот он. Вы же здесь, вот она, ваша линия выстраивает. Здесь, здесь. И у вас никуда колено не заворачивает. Здесь тоже оно должно у вас четко смотреть вперед. Вперед. Продолжаем. А теперь здесь человек делает перимет. Здесь ослабить. Не падает. Колено опять-таки вот здесь вот. Они через него покатятся. Поэтому если оно будет вот здесь, а человек будет большой, будет сломать. Чуть пониже, пониже опять. Двигаемся, 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 двигаемся. Смело. Пробуем. Проблема, боимся очень сильно. Сейчас просто подготовительное упражнение небольшое поделаем. Сейчас смотрите, здесь вот идете, 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 идете. Послабо. Ваше движение, вот оно. Вы двигаетесь в другую сторону. Пока можете. Вы не останавливаетесь здесь, на полпути, пытаясь развернуться. До самого конца. Тянемся, тянемся. Вот он, вытянулся. Здесь. Вас тело само разворачивает. Ага, напад на сбили, сделай. Thank you.
на позитивную энергию. Смотрите, вот здесь вот он расслабь, постарайтесь вот сейчас не делать вот так вот. Покупай, будешь создано, опускаешь. Да, вот так. Не то, что формально я неправильно сделал, а вот здесь вот, когда будут делать, начинай, но не заканчивай. О! У вас должны среагировать плечи. Вот эта часть. Расслабьте, отдайте плечи, чтобы потом разворачивать. Делать. По поводу работы ноги. Встали параллельно, расслабились. А теперь вам нужно уйти с этого места, расслабиться. Встали. Завтра.